Так. Подожди, я уверен, до конца ты это видео не досмотришь, так что очень важная информация. А на 100 подписчиков я хочу запустить свой самый первый стрим. Напиши в комментариях, по какой игре ты можешь делать. В любом случае, тебя не заставляю. Ну, короче, все, долго не задерживаю. Смотрим. И всем привет, дорогие друзья. Сегодня я продолжаю проходить такую игру, как Террария. В общем, погнали. Так. Значит, в этой серии будем продолжать изучать шахты, ведь не на начальных этапах игры это нам только сейчас и надо делать. Да, только это. Тут у нас крюк еще появился, теперь можем вот так делать. Да, это очень удобно. Но в этой серии я хочу сделать себе красивый домик. Да, красивый дом. Так что... увидимся, когда я его сделаю. До конца. Ну, или я это вырежу, я не знаю, как получится. В общем, делаю. Пойду изучать мир, точнее шахту. Лучше бы мир. Короче, наверное, пойду в левую сторону. Я думаю, там будет больше всяких различных ресурсов. Но я бы хотел бы изучить, что находится вот в этой стороне. В общем, посмотрим. Как-нибудь. Я, значит, пошел. Так, значит, железо добыто. Скелеты на... тут грибной биом! Отлично, отлично! Сейчас главное его найти. Сейчас главное его найти. Ведь там есть шанс, точнее, там у меня всегда шанс побольше на кристаллы жизни. Точнее, мне там везет. Я не знаю, у кого как, но мне там очень сильно везет на кристаллы жизни. Значит, идем туда. Вниз. Надеюсь, тут не так высоко. Да, этот биом, конечно, красивый. И я вижу уже домик. К сожалению, я вижу второй дом. Сейчас есть такой шанс на эту. На сапоги Гермеса, Вольфрам вижу. Офигеть. Так, давайте вот сюда спустимся. Закроемся от этой твари, которая там ходит сейчас. Так, кристаллы жизни я пока не наблюдаю, но да пофиг. Хотя не пофиг, они нам пригодятся. Давайте откроем. Да, отлично, платина, это все полезно. Давайте забираем. Плюс аксессуар. А куда-то бесполезно. Давайте сундук сам заберем. Давайте, значит, одеваем. И вот эту красивенькую одежду одеваем. Все, вон мы какие теперь красивые, красавчики. Тут ходим. Давай. Просто сапоги Гермеса нам пригодятся сбиты с боссами, с некоторыми. Да и вообще-то круто быстро бегать. Так, давайте расчищаем тут все от этой паутины. Ну-ка. Да! Сапоги! С первого сундука. Есть. Так, избавляемся от этого слизня. И надеваем этот ксар. Теперь мы вот как быстро бегаем. Шикарно. Фух, это очень полезный аксессуар. Вообще повезло на него. Так... о, зато я вижу сундучок. Сундук это тоже хорошо. Давайте вот что ли тогда откроем. 10 не сундук. Один кристалл жизни, ура! Ломаем его. И смотрите, для тех, кто не знает. Я думаю, это все знают. Берем, смотрите, у меня сейчас 5 сердец. Все, стало 6. 120 хп. Короче, очень полезная вещь. Я вижу сундук. Призывалка глаза Ктулху, это босс. Отлично, отлично, забираем. Этот сундук хороший, 2 монеты золота. Все это забираем. Так, остальное все фигня. Давайте это выбросим. Смотрите. Зелье лучника, скорость полета стрел. Давайте это оставим. И вот это все выкинем.
Так, давайте забираем заодно сундучок. И вот это железо, которое под ним находится. Ну и вольфрам, соответственно, тоже. Потому что он мне пригодится. Давайте еще сломаем эти кувши. Опаньки, на другую сторону. А там, небось, лава. Все, тут больше ничего интересного нет. Медсестра прибыла, кстати. Ладно, давайте туда еще спустимся, посмотрим, что там находится. Может, что-нибудь надо найдем полезненького. Кристаллы в жизни. Короче, давайте домой возвращаться. Где зелье возраста? Вот, возврата. Давайте пьем. Все, мы дома. Призывалка есть. Все, отлично. У нас с вами есть один сундучок. Давайте его поставим. И освободим свое немного место. Значит, кладем все в сундук. И берем только самые, значит, хилки. Вот это все берем, то все нужно. Платину, вольфрам беру. Беру. Зелье шахтера пока не надо. Бомбы не нужны. В общем, взял все самое нужное. Давайте это все переплавим. Платина, вольфрам. Железо. Все, отлично. Значит. Угу, посмотрел, какая у меня броня. Теперь давайте. Что я бы скрафтил? Я бы сейчас скрафтила вольфрамовый нагрудник. И сделал бы платиновую кирку. Или меч. 15, 13. Давайте меч. Все, отлично. Так. Как я экипирован? Ну, нормально, нормально. Значит, у меня нет поножей никаких, да. Нету никаких поножей. Давайте тогда сделаем сейчас поножи железные. Так, где они? Вот они. Делаем и надеваем. И у нас с вами уже 12 защиты. Шикарно. Значит, где у меня тут торговец? Давайте у него еще купим самое важное. Так, уходи, ну, гид! Да ты... Уйди, пожалуйста. Ну, ты специально сейчас встал. Уйди, я сказал, уйди. Да гид! Скотина. Иди, я сказал. Все ясно. Спускайся. Так. Значит, я покупаю свинку-копилку. Так, ну, сачок мне больше не нужен. Все, нормально, свинья-копилка. Ставим. А, нету стула, блин. Стул. Все, отлично. Значит, теперь ему хочу продать все ненужные вещи. Вот это вот все. И поставить свинью-копилку. Так. Все. Теперь кладем сюда наши деньги. Отлично. У нас две монеты. Лазим. Тут еще одна шахта. Офигеть, давайте тогда ее проедем, посмотрим, что здесь. Так, и еще один дом. Давайте посмотрим, что в нем. Ну-ка, что в этом доме? Так, ты ломайся, ты все это сломай. Все. Что в нем? Зеркальце, все, мне больше не пригодится зелье возврата. Отлично. Забираем палочки, забираем, что дается. Увеличивает отбрасывание, все забираем. Зеркальце, это шикарно, что мы сейчас с вами нашли. Это очень хорошо. Так, тут ничего.
Мама слизней, уйди, я не хочу иметь с тобой дело. Ты неудобная. Уйди. Тут все портится из-за летучей мыши. Блин. Все, так-то другое дело. Осветил себя так, как надо. Все. Отлично. Забираем, значит, всю эту платиновую. Я просто их знаю. Они вообще с другого биома. Их двое? Тут же сейчас их не шлемы могут выпасть. Они лучше моей брони. Намного. Теперь у меня 14. А с этой... Двенадцать. Вот с этой намного лучше. Она примерно как платиновая меня сейчас защитила. Офигеть. Все было. Да, ничего не нашел. В общем, просто неудачный какой-то поход. Опять, но мало кристаллов в жизни. Не знаю, мне на них всегда не везет. Какие-то они, эти кристаллы жизни, слишком редкие в этой игре. В общем, в следующей серии будем изучать мир. Да, в следующей серии буду изучать мир. Короче, сейчас надо продать все ненужное. Так, вот это больше не надо. Не надо. Ну и все. Давайте положим свинью копилку. Все наши вещи. Так, возьмем их, чтобы все ровненько было. Вот, у нас 3 монеты золота. Вообще, на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока!